Так, доброе утречко. Так, а почему я сплю на улице? И возле какого-то сарая, это даже не мой дом. Как я здесь опять оказался? Почему я постоянно просыпаюсь непонятно где? Машины куда-то ездят, на работу опаздывают. Э, тормози, братан, до центра за сотку. Где я, блин? Увезите меня, пожалуйста, отсюда. Все, машины больше не ездят, видимо. Подожди, ну докинь, докинь меня. Во-во, сейчас докинет. Отлично, поехали. Да, недалеко уехали. Видимо, зайцев не любит возить. Так, а это чьи коромы здесь стоят? Какой-то подозрительный дом. Такое чувство, что я его где-то уже видел. И почему я иду как крутой чувак? Как будто сзади взрыв какой-то. А, здравствуйте, есть кто дома, нет? Здравствуйте. Так пустовато здесь, можешь здесь и поселиться, здесь и жить, ну а почему бы нет? Там кто-то моется, что ли? Есть кто дома, нет? Такси мне можете вызвать? Ой, ё-моё, Васильич, опять ты, отстань ты от меня! Чё ты вечно бегаешь за мной? Да где выход-то? Уходи! Чё, машины собьёт? Чё, не собьёт? Видимо, уже сбивал. Хотя с твоими тонкими ножками, мне кажется, тебя сбило бы всерьез и надолго. Васильич, а напомни, а зачем я постоянно хожу к тебе в подвал? Ну, я просто сам уже не знаю, почему-то зачем-то постоянно хожу в твой подвал. А есть что пожрать? Ну да, видимо, продуктового рядом нету. Ну, туалет есть, хоть посидеть, ручки помыть. Всегда включаю воду, когда в туалет хожу. Ну, чтоб не слышали, как я это пукаю. Так, все, отлично. А что, смыва нет, что ли? А, у него воды нет. Ну ладно, что. Василий, ты вам в туалет не заходить, там вон что орешь. Ай, капкан! И зачем ты меня опять отправил к этому сараю? Я не хочу жить в сарае, я хочу нормальный дом какой-то. Семью, там, детей. Не, ну вот, Василич, гляни, как по-крутому я иду все-таки. Я реально крутой парень. Я даже свое имя-то не помню. Так, а это что у тебя за завал здесь? Тебе мебель не нужна, можно себе заберу. У тебя в доме мебели не хватает. Ладно, что-то где-то включил. А может быть здесь что-то где-то спрятано? Не знаю, правда, что и где, но вполне возможно. Василич, ты здесь ничего не прячешь? Давай, сознавайся. Ключик там какой-нибудь, ломик или еще что-нибудь. Я ж тебя знаю, ты постоянно ключи везде таришь сам. Ты над кем? Надо мной смеешься, что я здесь ищу что-то? Видимо, здесь не надо искать. А, вот он и лом, кстати. А, так что, или подожди, это лопата. Это лопата. Может быть, что-то где-то здесь закопано есть. Опа-на. Василий, да через окно, мне кажется, не обязательно выпрыгивать. Отлично, у меня есть лопата. У меня есть лом. Так что жизнь как-то налаживается. Можно ломиком Василичу по головушке ударить. И закопать сразу же. И дом себе отжать. Здесь, а ну, соседей нет. Здесь ведь никто не видит. А, извини, а ключика у тебя нет от подвала? Нигде не завалялась? Не, реально, а нафига мне лопата? Ну, Василич побежал куда-то. Да, открыл я там, открыл. Да ведро, какое ведро? Чем ты ведро поставил? Может быть, реально где-то что-то... Сейчас подумаю, что я какой-то черный копатель. Здравствуйте, у вас есть кто дома? Нет? Тоже нет никого. Да что-то нигде никого нету.
Мне вот интересно, зачем стоит строить такой здоровенный дом и просто на второй этаж все заваливать? Ну туда ведь реально даже никто зайти не может. Здесь тоже нету. Не, ну стой, ну... Где-то должен быть ключ. Либо в доме, либо здесь. А у Васильевича на ботинке 666. Я не знаю, зачем это сказал. Это просто в рифму. Я люблю ходить сам с собой разговаривать. Я даже сейчас схожу сам с собой разговаривать. С кем я разговариваю? Может быть, у меня какие-то вторые личности, либо еще что-то. Нифига себе ты повешал куда. Все. Так вот зачем мне лопата. Да ё-моё, ты чё меня так пугаешь-то, Василич? Да она забери свою лопату. Да она мне нафиг не сдалась. Он куда-то улетел. Да, вот бежит. Ладно, лопата мне, видимо, особо-то и не нужна. Кстати, а ведь можно отключить в доме электричество. Нет, что тебе оно уже нафиг не нужно. Я ведь там забрал лом. Зачем он постоянно лом прячет? Как будто я не могу просто сходить в хозяйственный и купить себе лом. А, да, точно, здесь же нет хозяйственного, как и соседей. Хотя можно было попросить у них, может быть, у них пару лишних ключей есть. Так, ладно, надо везде все посмотреть. Внимательно каждую комнатушечку. Не, ну ты реально с улицы бы занес, там ведь дождь пойдет, все промокнет. По улице ходит. Так, я в этой комнате не был. А как туда попасть? Так, догоняшки. Ну, он пошел куда-то по своим делам. Тихонечко. Ай, аккуратнее надо ездить. Так и сбить. Подожди, я не мог зайти в ту комнату. Ну, ведь там, наверное, можно разбить окно и залезть через окно. Нет, это не та комната совершенно. А, ну, в принципе, там все понятно. А где ключ? Васильич, куда ключ от подвала спрятал? Я понятия не имею, зачем я иду к тебе в подвал, но я люблю ходить в твой подвал. Каждый раз просыпаюсь такой, эх, давненько я не был в подвале у Васильича. Нужно срочно его посетить. Шар для боулинга. Васильич, боулинг будем играть? Шляпой. Васильич, давай в боулинг. Блин, промахнулся. О, давай, валяйся здесь. Куда собрался? На еще тебе. Вот этот рядом положу. А боулинг я все-таки поиграю. Давай, Васильич. Опа, нифига себе ты. Блин, бедный Васильич. Понятное дело, защищает свое имущество. Какой-то чувак вломился, значит, бегает, что-то ему надо. Стой, ну не может же в одной комнате находиться ключ и лом. Хотя почему нет, это было бы вполне разумно. Все, он даже дверь закрыл, он разговаривать со мной не хочет. Хорошо, хоть полицию не вызвал. Ты скажешь, дурачок какой-то прикопался, все, в подвал к нему лезет. Я знаю, у тебя там соленья есть. Так, он в туалет, похоже, пошел. Где ключ-то искать? Не, ну реально он куда-то спрятал прям так ключ, что я не могу его найти. Здесь я, по-моему, все обыскал. Я сомневаюсь, что можно на второй этаж здесь разбить, залезть. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Ну нет, сюда я точно не залезу. Так, подожди, а это у нас какую комнату? Кстати, вот эту комнату я не осматривал толком. Это прямо и направо. О, шарик опять катится. Давай, катись. Так, надо аккуратненько. Быстрее сюда. Ищем ключ. Может, за картиной? Нет, за картиной нету. Да что за ерунда-то, а? Васильич, куда ключ дел? Может быть, он у него?
Ё-моё, я теле включил. Так, здесь тоже нету. Да нигде его нету. Камера опять работает. Так, ну в эту комнату никак не попасть. Здесь тоже не лежит. Василич по улице бродит. Василич, давай, давай сознавайся, куда ключ дел? А, то есть он вот все это время на столе лежал, да? Опа! Уходи! Ну вот, без картины у меня тогда останешься. Тебе надо от меня? Что ты ко мне прикопался-то, а? На тебе по головёшке. Стри внутрь. Так. И чё у нас здесь? Часики опять тикают. О, подожди, что за дела? Это что, всё? Ну вот, ребят, какой-то очередной у нас коротенький мод. Ну, есть еще, кстати, моды, напишите в комментариях. Но сегодня я вряд ли уже успею снять, хотя бы завтра с утра. Кстати, я думал, что концовочка будет чуть побольше, что он меня прям там закопает и так далее. Вот как-то вот оно вот все вот так вот. Ладно, ребят, не забываем ставить свои лайки, подписываться на канал, писать свои комментарии. Завтра выйдет, я думаю, еще, наверное, ролика 2-3 точно. Моды еще есть, альфы у нас еще не пройдены, плюс... Dark Riddle еще нужно поиграть. В прошлый раз, помнится, пытался его очень-очень долго записать, но так и не смог его записать из-за огромного количества багов. Все, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем удачи и всем пока. Скоро увидимся.